Танюшка, замри, молодец, молодец, замер, хребет лопает, замер, Каюшка, вот так вот. Каюшка, хребетик поднимите, пожалуйста, еще, я фото не успела сделать, надо же, хребет облизывает, ты посмотри, как косточки оставляет, вот так вот. Вон как. Какой он умница, Каюшка, да? Каюшка умница. Косточку-то выплюни. Косточка там у тебя. Вон, косточка торчит. Ему пофиг, это косточка, кушинка. Ну, прямо вот облизал хребет. Ты посмотри. Прямо он молодец. Вот, вот, вот. Смотри-ка, что на лапку берет, вот и облизывает. Какой ты умница, Кай. Какой ты умница. Иронитки. Ну, он уже плавал. Все мешки плавали уже. Какой ты молодец. Смотришь туда, голос слышишь? Кормилица. Ну, что, покушал? Все. Главное, косточки все оставил. Вон. Вот косточки. Ты посмотри-ка, что. Там косточки. Хребет оставил. Да? А что ты там? На камеру смотришь? Ты на камеру смотришь, Кай? Ну, покушал, можно поиграть. Я сказала, чтобы канистру сбросили. Ну, а что ты отвернулся, а? Кай? Что ты отвернулся к стенке? Ну, давай, поговори со мной тогда. Поговори. Отвернулся к стенке. Что ты там увидел такое? Что там интересное Кай увидел? Ой, какие у него лапки. Это передние, это задние. Вот такой там хвостик. Вот такие ушки у Кая. Вот такие ушки. Красивые ушки, глазки красивые, две хлопают. Ой, какой Каюшка у нас. Всего показала, только не повернулся. Ну, ты повернешься сюда, Кай. Кай! Кай! Ты что обиделся? Вот посмотри сюда. Вон носик, покажи всем глазки, носик. Вот так вот. Тебе тоже привет от всех. Ола Сильвана. И Сильване привет. И всем привет. В стенку смотрит.